Добрый вечер, итоговый выпуск новостей в прямом эфире Тагил ТВ. В студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Долгострой отдадут в область. Уже этой весной детскую многопрофильную больницу передадут на баланс Министерства здравоохранения Свердловской области, что необходимо для передачи здания. Повторение мать учения. Социальные работники совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности провели рейд по пожарной безопасности для пенсионеров. Пожилым людям еще раз напомнили, как бороться с огнем. Десятки ярких огней в небе появились накануне в Дзержинском районе. Кружили они в основном над площадью Славы. Что это, неопознанные летающие объекты, метеозонды или чья-то веселая шутка? Долгострой отдадут в область. Уже этой весной детскую многопрофильную больницу передадут на баланс в Министерство здравоохранения Свердловской области. Сейчас для передачи здания необходимо подготовить все недостающие документы. Детали далее. Сейчас для того, чтобы больница стала областной, необходимо зарегистрировать объект как незавершенное строительство. Мы подавали и оформляли все документы по ОБТИ, рассматривая детскую многопрофильную больницу как единый объект. Значит, замечания буквально вчера вечером нам пришли с кадастровой палаты о том, что необходимо, значит, данный объект разделить на все здания, которые входят в комплекс детская многопрофильная больница. Недостающий документ, говорили сегодня, подготовят в ближайшее время. Позже его направят в БТИ, а затем в Росреестр. После этого регистрация многопрофильной больницы продолжится. Также сегодня обсуждали и проектно-сметную документацию здания. Здесь тоже необходимы недостающие бумаги, но уже о тех условиях. Их должен запрашивать город. Мы выдадим технические условия только после того, как они заключат договор о технологическом присоединении. Чего? Как не я придумал. Не нужно больницу проектировать. Нет никаких проблем. А? Нет никаких проблем. Я выдам технические условия тому, кто запросит с подстанции Горбунова после заключения договора на технологическое присоединение. Это закон. Минуту, мы еще не построили, какие договоры на технологическое присоединение? Это закон. Такой договор предприятию нужен для того, чтобы гарантировать потребление по заявленной мощности. Процедуру соблюсти необходимо, говорили сегодня, чтобы не допустить разногласия с прокуратурой. Сегодня Сергей Носов поручил заключить договор с тагильскими сетями. Также необходимо решить вопрос по инженерному обеспечению, собрать документы о том, что к недострою подведены вода, канализация, телефонный кабель, видеонаблюдение, есть подъездные дороги и ливневые стоки. У последних вот уже много лет нет владельца. Тема серьезная. Хозяина так или иначе нужно определить. Бесхозной быть не должна. Хотя бы кто-то будет шевелиться, значит, и вопросы ставить, что нужно заниматься. Здесь новая ливневая. Будем думать, что делать. Когда весь пакет необходимых документов будет готов, и он пройдет согласование экспертизы во всех необходимых инстанциях, детская многопрофильная больница перейдет в областное подчинение. На городских кладбищах наведут чистоту и порядок. Об этом сегодня заявил Сергей Носов на совещании по вопросам эксплуатационного содержания тагильских мест захоронений, а также о предстоящих торгах в феврале по санитарной уборке кладбищ. Комитетом по городскому хозяйству высказаны предложения внести в договорную документацию небольшой дополнительный пункт. Подрядчик обязан выполнить полную уборку навалов мусора на территории кладбищ в течение 6 месяцев с момента заключения муниципального контракта. И в дальнейшем его задача будет осуществлять контроль за недопущением этих навалов мусора на территории кладбищ до окончания срока действия контракта. И исполнение предписаний заказчика должно выполняться в течение 3 суток с момента получения предписаний. Таким образом, уверены чиновники, на кладбищах будет чистота. Сейчас в местах захоронений накопилось 39 тысяч кубометров отходов, для ликвидации которых потребуется более 21 миллиона рублей. Они обязаны дальше содержать эти кладбища в чистоте. И если они не будут выполнять эти условия, главные условия, чистоте и порядке, если они не будут это выполнять, то мы, наверное, будем с ними разрывать договор со всеми соответствующими органами. Также в этом году планируется увеличить площадь кладбищ. К центральному добавится 10 гектаров в северном направлении, а к кладбищу северное 20-22 гектара в восточном. На отведенных участках будет произведен весь комплекс подготовительных работ, а также благоустройство прирезанных территорий.
Неопытного автолюбителя остановил дом. Водитель Део Матис попытался обогнать «Газель», но столкнулся с ней, а после задел стоящую на обочине «Ладу Приору». Дальнейший путь преградила стена здания. Дорожная авария случилась накануне на улице Садовая. Водитель Део Матис имел стаж вождения порядка 1 месяца, то есть достаточно непродолжительный. Хотелось бы порекомендовать водителям избегать таких маневров, как обгон, связанных с выездом на полосу встречного движения. Единственный пострадавший – 10-летний пассажир Део. К счастью, ребенок отделался ссадинами. После оказания медпомощи его отпустили домой. За его перевозку без детского удерживающего устройства водитель Део Матис привлечена к административной ответственности. Повторение – мать учения. Социальные работники совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности провели рейд по пожарной безопасности для пенсионеров. Пожилым людям еще раз напомнили, как бороться с огнем. Правила пожарной безопасности еще раз вспомнил и наш корреспондент Александр Мешков. Инспекторы пошнадзора в квартире пенсионерки впервые. Сначала обращают внимание на проводку и розетки. Они старые, но хозяйка квартиры Маргарита Кочкина на них не жалуется. А вот электроплитка, рассказывает женщина, подвела. Предыдущая месяц назад оставила всю квартиру без света, пришлось заменить. Бах, в квартире свету не стало. Автомат сработал хорошо, выручила, я включила, и больше плиту теперь не трогаю. Инспектор отделения надзорной деятельности и соцработники осмотрели квартиру, электроприборы, вручили памятки, а заодно рассказали, чем опасен перегруз электросети. Как оказалось, пенсионерка после случившегося саму себя бережет. Я сама переживаю, все розетки не включаю. Только если чай кипит, то я телевизор только, то я больше ничего не включаю. Сегодня пенсионерки, соцработники, инспекторы пошнадзора преподали еще один урок. Объяснили женщине, что делать, если вдруг загорится телевизор. Мы вот что сделаем? Одеяло, да, любое, возьмем одеяло, да, и накроем. Я накрою. Вот, все накроем. А потом выдернем. Выключаем все розетки. Молодцы. За один рейд инспекторы посещают 3-4 квартиры. Ходить стараются вместе с социальными работниками, которых пожилые люди знают в лицо. Иначе бдительные пенсионеры могут к себе не пустить. Обычно, говорят инспекторы, встречают их гостеприимно. Они даже спрашивают, советуются, вот если нам поменять электропроводку или что-то еще, куда обратиться. Как звонить при пожаре даже, какую службу. Или говорят, какие у них бывают соседи, что обратите внимание, поговорите с ними. Рейды по пожарной безопасности инспекторы и социальные работники проводят для пожилых людей каждый месяц. За прошлый год из-за пожара в Нижнем Тагиле погибли 12 пенсионеров. Александр Мешков, Игорь Харьков, Анатолий Тютин, новости Тагил ТВ. Противостояние коррупции. Сегодня на заседании антикоррупционного совета при главе города чиновники рассмотрели ряд важных вопросов. В том числе отчитались и о проделанной работе в минувшем году. Очень много разговоров. И опять же, я хотел бы обратить внимание в свете работы нашей комиссии по противодействию коррупции. Очень много разговоров о стоимости земли, стоимости аренды, стоимости имущества. И много судов, которые мы, как автомат Калашникова, против нас он работает, проигрываем очень часто. Или проигрываем вообще элементарно. За прошлый год выявлено порядка 140 преступлений против государственной власти. На получение взяток попали 7 человек, на даче взятки 13. Возбуждено более 200 уголовных дел. Нарушения выявлялись в образовательной и медицинской сферах деятельности, а также в сфере градостроительства. Некоторые вопросы глава города взял на личный контроль. Десятки ярких огней в небе появились накануне в Дзержинском районе. Кружили они в основном над площадью Славы. Что это, неопознанные летающие объекты, метеозонды или чья-то веселая шутка, выяснял Сергей Копылов. Яркие точки в небе над площадью Славы. Они появились в 7 часов вечера и кружили над вагонкой несколько часов. Многие горожане принимали огоньки за НЛО, но тайна раскрылась быстро. Светящиеся точки – яркие фонарики. Их выпустили в небо участники акции, посвященной Дню Святого Валентина. В соцсети предложила как бы друзьям, знакомым провести такое мероприятие. Люди поддержали. И, надеюсь, получилось. У нас все немного ветер помешал, но ничего. Получилось или нет, можно судить по обилию огоньков в небе и, конечно же, по улыбкам собравшихся. Многие, кстати, пришли на флешмоб с детьми. Маленькие тагильчане от обилия ярких фонариков просто в восторге. Здорово, хоть какой-то позитивчик. Мне кажется, здорово, молодцы, что придумали такой праздник. Да, сына, тебе нравится? Да. Настроение отличное, завтра праздник. Как бы ребенку объяснить.
А праздники маленечко. Ну и как бы массовое мероприятие. Хотелось бы, чтобы ему какое-то радостное настроение подарить. Да, и как бы и себе тоже. Каждый фонарик не просто кусочек горящего сердца, чье-то желание или признание в любви. Своеобразная валентинка для своих близких и любимых людей. Сергей Копылов, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Сервис YouTube отмечает день рождения. Он был основан в 2005 году тремя калифорнийцами. Мужчины использовали технологию флеш-видео, которая позволяла получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Самое первое видео, 18-секундный ролик любительской съемки американцев в зоопарке Сан-Диего, на YouTube разместили 23 апреля 2005 года. Русскую версию видеохостинга запустили лишь спустя 2 года. Сегодня сервис YouTube настолько значим в медиамире, что с ним вынуждены считаться и телевидение. Многие телекомпании размещают на сервисе свои новости, в том числе и наша. Официальный аккаунт Тагил ТВ на сервисе YouTube появился в середине февраля 2010-го. Здесь размещены выпуски новостей, программы «Автоэксперт», «Скажите, доктор», «Большая игра», «Вечер на Тагил ТВ» и ряд других проектов, в том числе которых уже нет в эфире. На YouTube вы можете скачать любую программу. Если вы стали героем в новостях, то сюжет с вашим участием тоже можете скачать здесь же, не обращаясь в редакцию. В YouTube у Тагил ТВ более сотни подписчиков, видео посмотрели порядка 700 тысяч раз. Активно смотрят наши новости и программы в 125 странах. Наиболее часто в Украине, Саудовской Аравии, США, Египте, Японии, Германии и других. Лидирующее место среди стран занимает, конечно, Россия. Видео за 2 года просмотрели почти 24 тысячи раз. Курс на долгую. Долина летающих лыжников в ожидании своего дебюта. В субботу, 16 февраля, там пройдет Кубок губернатора Свердловской области. На соревнования съедутся спортсмены со всей страны. Из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфыса, Сахалина, Магадана и ряда других городов. На Кубок губернатора ждут приезда не только главы региона Евгения Куйвышева, но и министра спорта России Виталия Мутко. Как провинциальная гора Долгая превращалась в центр притяжения сильнейших спортсменов страны и мира, смотрите в сюжете Елены Тереховой в программе «Неделя в Тагиле» ровно в 20 часов. Не пропустите. Такова была информационная картина четверга. Если вы стали очевидцем уникального события, успели снять происходящее на видеокамеру, а может быть, сами организовали интересное мероприятие, сообщайте нам и получайте призы. Автор самой позитивной и эксклюзивной новости на этой неделе станет обладателем приза 2 билетов на концерт певицы Максим, который состоится 20 февраля в ДК НТМК. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон 41-95-51. Адрес сайта www.tagildefestival.ru. Раздел «Сообщение». Новость. Моя часть выпуска на этом завершена. С новостями из мира спорта вас познакомит Александр Сальников. Всего доброго. Тагильчанин выиграл чемпионат России по легкой атлетике. Спортсмен клуба «Спутник» Иван Нестеров стал чемпионом России в беге на 800 метров. Как рассказали на пресс-службе клуба, мастер спорта международного класса Иван Нестеров финишировал с результатом 1 минута 48,11 секунды. По итогам чемпионата России тагильчанин попал в национальную сборную для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет в Швеции в начале марта. Тагильские тэквондисты завоевали 8 медалей на областных соревнованиях. В Екатеринбурге завершился чемпионат и первенство области по тэквондо. У воспитанников Сдюшор-Уралец 6 золотых и 2 серебряных медали. Лучший результат показали Юрий Часовлянкин, Ростислав Сидоренко, Тахир Мамедов, Всеволод Баландин, Юлия Лохмачева и Алексей Потапов. Вторые места заняли Шамиль Адилов и Кирилл Седышев. По итогам соревнований спортсмены получили право принять участие в чемпионате России, который состоится в Москве также в начале марта. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра из итогового выпуска новостей. Александр Сальников, Егор Егошин. Новости спорта. Тагил ТВ.